26 августа 1983 года был забит самый быстрый зенитовский гол из всех заснятых на видео. Хотя существуют устные свидетельства того, что ранее наши форварды добивались успеха и более оперативно, проверить эту информацию невозможно. А вот в данном случае все ясно. В гостевом матче с бакинским «Нефчи» сине-бело-голубые начали игру с центра поля, и после диагонали Сергея Веденеева Юрий Герасимов отправил мяч в сетку. Для того, чтобы открыть счет, «Зениту» потребовалось всего 10 секунд. В том матче подопечные Павла Садырина забили еще 4 гола и выиграли 5-2.